потрясающе. Это утро раннее, может быть, фиг его знает. Там солнце всходит. Так, ну все, теперь нам нужно идти к заданию. Это у нас здесь. А, ну ладно, что-то помечать-то. А, да, подожди, теперь у нас карта. Теперь открыта здесь, все, быстрое перемещение теперь у нас здесь можно. Так, ну все, теперь прыгаем все на... Опа, давай. Все, погнали. Такой вот быстрый, классный спуск. А это типа у нас как Far Cry One Post, да? Знаешь, что, конечно. Сигнальный колокол. А, ну вот задание это наше здесь. Нет никого из врагов. Не, все, все свои. Там. Кстати, а что у нас в этом задании у нас? Точнее, если мы Escape нажмем или как? Типа дополнительных. А, ну у нас, наверное, нет еще задания. Вот, давайте начинаем. Глянем, что там нам скажут. Что ты хочешь? Как найти? Он так быстро тут перемещается? Аптекарь говорит, что доставил я отсюда. Я надеюсь почуять след и потом выследить убийцу. Почуять след? Что, ты теперь гончая? Нечто вроде. Даже нам пишут. Ёпрасто. И что бы это значило? Так. А, все, понял. Туда нам надо. Во, колокол, давайте жахнем его. Точнее, из строя выведем его. Очков кредо! Пробую. А зачем я вырубаю его, орлиное зрение? Надо наоборот. Оставить. Пока есть возможность. Погнали. Наверха сейчас. Ну, беги, чё ты встал-то? А, все ясно. След ведет сюда. Ты уверен? Уверен. Конечно, уверен. Нет. Жди тут. Ну вот еще, я не пущу тебя туда одного. Элиза. Пойми, это мой долг. Прошу. Понимаю. А чё ты не можешь вместе-то? Вместе веселей. Только возвращайся. Осторожней. По-любому мы, наверное, не через главные ворота пойдем. А это вообще даже не ворота, по-моему. Ладно. Тогда придется вот здесь как-то. Нам даже цель там указана. Опа, здесь тоже можно? Ну что, круто. Я-то думал, так сейчас по правой, по этой колонии полезем. Сейчас поним, за ним придется. А, ну все. Да замочит. А, долго же ты шел, щенок. Далек. И, конечно, ты, кто же еще? Вопрос в том, что дальше? Ты отравил Мирабо. Он отравил нас! Мир с тамплиерами! Это сказки! И ты решил сам спасти братство! Думаешь, такое случилось впервые? Ассасины часто были вынуждены идти на крайние меры. Или ты считаешь, что Орден вернул себе былую мощь просто так? Нет. Масьяв, Монтериджони, американские колонии. Такое бывало не раз. Но мы все же воспряли с новыми силами. Но сейчас
Мы забыли о своих целях, Арно. Мы погрязли в политике и революциях, но мы не нация. Мы армия. А в армии мир с врагом называется предательством. Да нет. Не только я могу спасти братство. Мы с тобой. Вместе. Белек, сам знаешь, я не могу. Как жаль. Белек, прошу. Вернемся к совету и решим все как я раз. Тебя вроде люди. Что происходит? Почему? Давай, разумные люди не мешаются. Еще? Давай. Блин. Ну, долби. Что делать? Подожди. Дайте. О, ништяк. Чёрт, какой ты все-таки упрямый баран. Жми, пожалуйста, пожалуйста. Мне говорили. Я чуть не пропустил кат-сцену, случайно Е нажимал. Зачем я вытащил тебя из Бастилии? Давай, давай, давай. Предатель! Ну, мочи. Мочи, мочи, пожалуйста. Давай, защищайся, ты ёпарс. Пистолетик вообще в темку. Как же я ошибся? Решил, что ты можешь думать сам. Могу, Белек. Я жму. Раскрой глаза! Тамплиеры вырезали целые деревни, надеясь убить одного ассасина. Мальчишка. Что ты успел повидать за свою жизнь? Я видел, как великий магистр тамплиеров вырастил сироту, как своего родного сына. Да почему у него здоровье восстанавливается? У нас патроны нет. Да я уже защитился. Да ёб, я же нажимаю. О! Как сделать эшелон? Что я сделал? Что произошло? О, ошеломляющий удар. Стреляй ты, ёпрсты. Что происходит, я не вижу. Я нажимаю. О! Нормально. Ой, что делать? Жму. Давай. Все хорошо, стой там. Ну куда он делся? Сейчас сверху наверняка. Надо было оставить тебя гнить в Бастилии! Скажи, ты когда-нибудь верил в кредо? Или всегда был на стороне тамплиеров? Зачем ты так? Не надо, Беле! Это твой выбор, не мой! Поступи ты разумно! Братство могло бы достичь небывалого расцвета!
А чтобы оно воспряло из пепла, ты готов убивать всех, кто не согласен с тобой. Берегись! Я так и знал. Итак, теперь мне все ясно. Твой разум отравил не Мирабо, а она. Она последний осколок чертова безумия. Белек, ты скажешь спасибо. Когда-нибудь. Надо было слушать меня. Защищайся, во. Надеюсь, это последняя схватка или нет. Надо было защищаюсь, защищаюсь, мочи, гады, давай. Ну все, хватит. Защищайся, пожалуйста, давай, вот. Ну, ошеломляющий удар. Что, Вена? Ну, вроде бы нажимал. Во, ошеломляющий удар выполнил. Ну, как отпрыгнуть? Идет просто. Во, вот так. Слепо, нет, нет. Кровь вроде не сложно против слепости. Че, он ушел? Да ну! Вы что, офигели? Да. Куда оглянуться-то, я даже не понял. Блин, все заново. Ну, ёпрст. Вау, какого фига он так много снял? Ну, бей его, Надо было слушать меня. Иначе, у тебя был шанс, щенок. Ну давай. Как же нажать, я забыл. Так, опять сейчас оглядываться надо будет. Пофига это было. Ну что ты машешь, давай. Почему я не могу камеру повернуть? Вот как это надо делать. Давай, ёпрасте. Жми, пожалуйста, давай. Мочи его, давай, добей ты уже башку ему. Это самое, я не знаю. Мечом пронзи саблей, шпагой своей. Давай. Если ты человек убеждений, а не просто влюбленный болван, ты убьешь меня. Я не остановлюсь. Я убью тебя. Спасибо, друг мой. Надо же все-таки вернуть тебя домой к сыну, правда? Ты обронил. Да. Будь я проклят. Поступишься принципами? Арно за нее поручился. Не веришь ему? Ему верю. Девчонки ни капли. А тебя не переубедить? Боюсь, нет. Так и думал. Выпьем. Да. Покойся с миром. Покойся с миром.
Вот так-то, друзья. О, да. Так, воспоминание завершено. Продолжение, конечно же. Шикарно, что я могу сказать. Угу. Не хотел прерывать трагическую сцену, но у нас снова проблемы. Епископ, слышишь? Да, ты знаешь, что делать. Открываю мост. Кажется, Абстерго еще бесится из-за того, что ты сделал месяц назад, декан. Похоже. Ладно, мост открыт. Вперед. Суешь нос на сервер, да? Будь готов, что тебе прищемят хвост. Мы не просто нос сунули. Мы кое-что сперли, удалили данные о предтечах, сожгли пару серверов. Готово. Пройти через портал. Здесь можно сейчас все сундуки собрать, тут же нет никого. Кстати, один во всем мире, офигеть. Но тут, правда, скучно, тут нечего делать. А в то время, я считаю, ну, нашим людям. Если бы вы оказались там одни совершенно. Мне кажется, это не очень интересно было бы. Достичь. Сейчас позже поговорим. Достигли, походу. Ну да. Вот такой вот поворот событий. Ну вот, ты снова оказался среди обрывков кода. В этот раз портал высоко. Несколько сотен метров. Ну, я простыл. Опа. Офигеть. Нифига в башне. Вы это верите вообще? Танки и ассасин. Ой, все, вот это я зря. Не помню, воспоминания опасны. Ты должен найти выход. Я попытаюсь помочь. Я добрался, в принципе, до Эйфелевой башни. А, хрен вам, да, тут это самое. Ну и как мне туда попасть-то? А-а-а! Сужается круг. Что делать? Вот сюда, наверняка. Давай. Офигеть. Прыгай, пожалуйста. Нет, 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 нет. Сейчас только не сюда. Только не на фонарь. Дирижабли там. Ой-ой-ой, давай, только бы успеть. Давай, пожалуйста, быстрее. Во-во-во, все нормально. Шикарно. Так, а куда дальше-то? Заберитесь нафиг. Ну, я взобрался уже, ну я просто. Неужели на самый верх? А, ну вот здесь, наверное, как-то пробежать надо. Так, а наверх никак, да? Нет. Ну, внутрь это хорошая идея, конечно же. Так. Да какую первую платформу еще? А, вот это, наверное. Ну, я добрался. Да какой первый-то, не пойму. Вот это, что ли? Да, скорее всего.
Ой-ой-ой. Бегом, 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 да? Побежали? Не-не-не-не-не, только не сюда. Ага. Так. Они не настоящие, типа, да? Так, а куда, я не понял? До какой первой платформы? Туда, может, как-то? Сюда наверняка, да? Или нет? Может... Или куда, ёпрстэ, не знаю. А, доберитесь до верха Эйфелевой башни. Так, ну, чё я могу сказать? Верха надо искать. Куда попасть-то? Так, тут никак не попадешь. Как еще? Какие варианты у вас, друзья мои? Ну, вот здесь, наверное, как-то. Ну, скорее всего. Ну, давайте. Стремиться вверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, да. Вот это очень неприятно было бы, если бы нас сбило. И еще, если бы нам надо уворачиваться сейчас, скажем так. Вот здесь на лестнице. Ага, отлично. Ну все, мы почти на самом верху, да, я надеюсь, да? Или нет еще? Так. Так, а я вообще правильно иду? Ну, судя по тому, что там завалено что-то, наверное. Наверное, все. Ух ты, ёпрстэ. Фига они башню бомбят. О, пулемет! Давай, офигели! Или что-то такое? А что надо делать? Да ну нафиг, валим отсюда. Так, куда, для... А, подождите. А, вот как надо. Походу, нам его сбить надо. Он горит уже, он взорвался бы давно. Что произошло? Нормально. Но он теперь не должен нам мешать. Ой, как ты так подпрыгнул. Давай, погнали. Чё ты не можешь залезть-то? Там вон вроде это решетка. Никак, что ли? Почему, интересно? Ну ладно. Значит, нам здесь спускаться, видимо, надо. Да не здесь. Ой, подожди, или не надо здесь спускаться? А куда идти-то? Каких уступов даже не вижу. Ну, судя по всему, здесь, да. Ну, а, вот, наверное, да. К дирижаблю. По-любому наверх. Вот он. Вот выход. Быстрей. Давай, быстрее нам сказали. Да ёп, ты чё делаешь? Ты чё, вообще что ли офигел? Ну харе тупить, анрарно. И как там тебя зовут, я забыл. Во, молодцом. Это чё, штаны что ли огромные или что-то такое? Во, вот это наша тема. Погнали, о да. Так, ну сейчас по-любому наверх. Тут как-то... Блин, чё, стрелять что ли? А, офигеть, тут ещё этот фонарь сраный. А что же вам не имётся? Ты чё? Дождь, молния, блин, как же круто. Так, вот тут задница какая-то. И каким образом я здесь пройду? А, ну, наверное, внутрь, да. На лифте. Круто. Да и поэкономил бы, блиночек. Все, наверха, полезли. Так, нет, не наверха, а вот сюда. Отлично, просто шикарно. Пьяный солдат или что-нибудь. Ой-ой-ой, опять же пулемет надо. Беги.
Да, опять пулемет. Судя по всему. Ой, а тут какие-то еще ракеты. Или что это такое, бесконечность? Ёпрсты. А вот здоровье, ну, жизнь самолета. Слева пишут. Ну, козёл, а. Давай, 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 все, все, все. С этим разобрались. Где? Вон он. Мочи, 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 гада. Давай, 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 давай. Не надо прятаться, не прячься. Во, все, нормально. Так, теперь куда? Наверха по-любому. Так, вот здесь что-то подсвечивается краской непонятным. Ладно, надеюсь, нам это не страшно. Так, а нам не сюда. Нам вот сюда, наверное, даже больше. Да-да-да, сюда. Давай, ну вверх. Ой, забирайся. Ну-ка, полюбуемся. Вот это да, вот это Париж. Огни большого города. Интересно, а что будет, если мы... Ну, не такого большого. Не хочу тебя нервировать, но портал крайне нестабилен. Давай наверх самый. Черт, пропал. Иди дальше, сейчас восстановим. Да, дальше-то. Вот так. Прыгай. Еее. А это буква В, а не штаны. О, да. Воспоминание завершено. Круто, 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 круто. Очень круто. Ну вот когда нет народа такого обильного, у меня нормальный FPS подлетает. Проблема, видимо, в том, что слишком большое изобилие людей, занимающихся каждым своим делом, очень много всяких объектов. То есть, но именно почему-то из-за этого начинаются тормоза. То есть, если учитывать, что первые ассасины всякие, там тоже было огромное количество людей. Не знаю, ну может быть... Графика, да ну графика это не то немного, мне кажется. Почему сейчас, например? Ну, может быть, графика отдельного объекта как-то влияет. И вуаля, вот и мы. Спасибо, декан. А нельзя ли уменьшить частоту переходов? Это зависит от посвященного. Не я оставляю по Парижу столько цифровых следов. Он как щенок с грязными лапами, без присмотра. Принято. До связи. Ну что ж, друзья, нам стоит прерваться, я думаю. Всем пока.